Здравствуйте. В общем, я его перекрасил. Видно было, да, какой он был старый и поломанный. Ну, единственное, что был он Jet Blue White, стал серо-голубой. Крылья. Ну, думал крылья посадить намертво. А потом думаю, помучаюсь и сделаю так, как оно должно быть. И сделал, не стал я крылья обрезать, потому что мне не нравится, какой он выпускался на самом деле, вот такой с короткими крыльями. Я ставил длину, ну по ширине, да, оно как раз вот подходило. О, ездит просто прекрасно. По ширине, естественно, они подходили именно вот там, где я обрезал, а длину, ну, мне нравятся вот эти вот загнутые крылышки, я оставил. Ну, вроде как получилось. Это Matchbox, что является, наверное, редкостью, потому что я таких ни у кого не видел, ни в продаже, ни в магазинах. Не знаю, года за три первый раз вижу вообще такой самолет. Хотя у меня уже были матчбоксы маленькие. Ну, еще два добавилось. Крылышки, да, складываются. И вот так вот прикольно получается. Да, еще я покрыл там бриллиантовой пылью, если видно. Ну, вроде бы все. Смотрите фотографии. И всем пока-пока. И с наступившим Новым годом!